Это малыши из Тербунов, из того ада. Вчера вечером мы ездили и забрали их. Здесь 14 малышей. У них уже глисты. Отпаиваем их сейчас козьим молоком, потому что малыши, вот видите, какой скелет. Вот. Малыши двое суток были без еды и без воды вообще. Как мне сказал пьяный алкашик там, их привезли 2 дня назад. И 2 дня у них не было ни еды, ни воды. Стояли пустые коробки там, еще была какая-то замоченная пшеница. Но щенки были все забиты в будке. Фотографии есть и на сайте. Я фотографировала ночью, потому что снимать было нельзя. Но фотографии есть. Вот такие дети. Они продолжают убивать матерей. Там страшный, жуткий запах. Там такая вонь стоит от горелых этих тел. Там ад. Тербуны – это ад. А липецкие власти продолжают утверждать, что у них все хорошо. Я сняла эту свалку с разных ракурсов. Там забито все дерьмом. Там настолько гадюшник, что там не то, что щенят нельзя держать. Там нормальному человеку находиться опасно. И помоги Бог нашим малышам.